өзің маған айтқан сені. Ну давай показывай, как она умеет, блин. Лизи. Лизи. А что ты села ноги на стопырку? Ты взяла, чем защищаться-то? А? О! Привет, Саня. Я тут. У меня кошка дурная. Она блин, не... как назло, сейчас она не дурная. Она устала, походу. Я хотел показать это. Почему у меня кошка охраняет дом? Че, Саня, опять долагает? Привет, привет. Че-то ты, до этого такие трюки показывала, блин. И не фас, боюсь, и... Сейчас фас я боюсь, она меня покоряпает, она злая. Сейчас что-то ты... Ну ладно тогда. Значит, трансляция все-таки не про кошку будет. Я пошла спать. Я помылся, чистенький весь. Пахну. Весна пришла, кошка на улицу хочет. Да она и ходит, она... Короче, у нас вообще, блин... Попробуй плохое слово сказать про кошку, я тебя убью. У нас кошка королева, кстати. Вот, королевщина. То есть, я же, ну, рассказывал уже... Позапрошлой трансляции, что она там чуть бы не сдохла. Вот если бы она сдохла, то пипец. То есть, в конце концов, лучше, если я сдохну. Такие вот проблемы у меня. И, короче говоря, знаешь, как она? О, 7 человек. Блин. Это королевщина у нас. Серега, по-моему, тоже под это. Счастье. Короче, у нас моя жена приучила, знаешь, чему? Это пипец, это... кошка... То есть, моя жена сейчас пойдет спать, она за ней не пойдет. То есть, понимаешь, жена закрывает дверь, потому что там телек, что я постоянно там что-нибудь делаю, закрывая дверь за собой. Вот после того, как она закрыла дверь за собой, идет только кошка, чтобы ей дверь открыли. Вот. Открываешь ей дверь, она заходит. Ночью, ну, часа три, она будет жену, чтобы та вывела это. Три этажа надо вниз спуститься моей жене, чтобы выпустить дуру кошку. Я говорю, ну, блин, Мось, то есть жена моя, ты думаешь, что делаешь или нет? Нет, вот такая любовь. Я говорю, ребята, о, ну, короче, так, я без сигарет пошел. Раз все вышли, значит, интересно или лагает. Ну, я, в принципе, не важно, кто там. Лагает, да?